Нет, нет! Он меня перетягивает! Перетягивает! Сейчас я тебя скину в пропасть! Помогите, избивают! Ну что же, добро пожаловать на ежегодные соревнования по перетягиванию каната в War Thunder! И с вами, как всегда, я, самый главный победитель этого турнира, Димасир! И я, Пози! В общем, сегодня мы вместе с Дэмом находимся в War Thunder. Сейчас мы собрались вместе с болельщиками, вместе с участниками, которые готовы поучаствовать в перетягивании каната на самый главный приз. Ребята, ну а если вы хотите поиграть в War Thunder вместе со мной и Пози, то обязательно переходите по ссылке в описании и получайте крутые бонусы от нас. Какой у нас приз будет, кстати? Я не знаю, я думал, ты знаешь, какой приз. А я думал, ты знаешь, какой приз. Ты думал, раз у меня там такой здоровый, я там что, подарки перевожу у него или что? Ну да, типа Деда Мороза такого танкового. Итак, у нас есть вот такая вот арена. У нас есть участники, по совместительству болельщики. И мы вместе с Демастером. Ну что, да? Дэм, готов узнать, у кого самый крепкий танк? Так, ну я тебя сейчас выиграю, как бы. У меня, видишь, какая бандура здоровая, нормально. Смотри, как я дрифчу. Но у меня, кстати, не как такой лобильный танк, как у тебя, поэтому я что-то начинаю уже переживать за свою победу. А еще посмотри, как я его декорировал. У меня вообще обезьянка на дуле. У меня по бокам огромные медведи, которые держат танк, видишь? Блин, я, кстати, запутался, где зад, где перед. Все в порядке, я помню. Ладно, окей, я к тебе подрифчиваю. Вот тут становимся. Вот так ровно стоим, да? Как бы раз, два. Почему он не цепляется? Я уже хочу... Ты! Я тебе о чем говорю? Что происходит? Погоди, я закрепил. Получилось! Давай! Нет, нет! Он меня перетягивает! Сейчас я тебя скину в пропасть! Помогите, избивают! Ну что-то это было как-то слишком просто. Ну я не ожидал, я думал как-то будет... Слушай, а вот такое ты ожидал? Что ты собираешься сделать? Сейчас нацелюсь. Ай, блин, ладно, я по тебе выстрелить не могу. Ну, давай, у тебя танк посильнее. Давай, короче, значит, я начну первый тянуть, чтобы у меня было преимущество. Раз, два, три, я тяну. Я даже не могу тебя перетянуть, ты издеваешься? Какого фига? Что, у меня внутри что-то, воздух или что? Куда ты меня тянешь, слышишь? Отпусти. Это не танк, братан, это коробка из Икеи. Нет, ты из Майнкрафта, знаешь. Ладно, окей, ты у нас проиграл. Я сейчас хочу посоревноваться с кем-нибудь. А вон давай с кем посоревнуться? С Хакаги. Хакаги? Посмотри, а его танк, вон. Это бандура огромная, вон, смотри, слева. Какая? Вот. А, вот это? Вот это, да, вот это. Батя танк. Иди, давай. Батя танк. Так аккуратно, слушай, он тебя может раздавить, мне кажется. Я уже боюсь. Давай. У меня есть еще обклеен в тиграх такой. У тебя зенитка в натуре. Да я чё знал. Ну. Я вижу, дуло есть, да, поэтому и выбрал. Да, типа, два, я думал, чем больше стволов, тем сильнее. Я такой, смотри, у тебя пушек много. Ну подумаешь, они небольшие, да? Ну их прям нафига, ты посмотри. У тебя всего лишь один ствол и пулеметик, да? А у меня тысяча пушек. Тысяча пушек, ну я подумал, тысяча пушек, круто, возьму ее. Так. Мне кажется, Леш, тут как бы это. Я хочу сделать ставки. Я ставлю все, что у меня есть вот на того пацана, короче. На Хакаги. Мне кажется, он уже стал Хакаги заслуженно. Видишь, все это, подъезжает тупо. Ты решил его это, подстрелить. Я его вызываю на батл. Смотри, как он медленно разворачивается. Реально, как какой-то громила такой. Огромный. Так, ну что, я сдаю назад. Мне кажется, сейчас, готов? Опа, забросил трос. Давай. У меня танк разворачивается. За что? Я его должен как-то уничтожить. Давай, поддай.
давай, подай газку, хлопай, хлопай, нажимай на пробел, давай. Не, Костя, Леш, похлопай немного. Тут кажется это... Помогите, этот монстр уносит меня куда-то в лес. Смотри, на что он притягивает, Леша, нифига себе. Где его перетягивают? Капец, он так стрельнул. Да, мне кажется, просто едет в ту сторону. Нет, я его... Нет, не перетягиваю, ладно. Не, Леша... Я ты посмотри, как выглядит он, как ты, мне кажется, у него один ствол, как у тебя весь танк, понятное дело, ты его перетянул. Ладно, ну его в баню, давай, твоя очередь. А я что, кого здесь? А он, я, кстати, не знаю, против кого я буду, знаешь, против кого? Он против такого же, как я, смотри, вон там ракетница, когда есть Катюша, что-то типа того. Что, готов? Поехали, мы тянем друг друга. Фига, ты видел? Давай! Почти перевернулся! Давай! Давай! Собака! Давай, Костя! Леша, дай руку помощи, ствол протяни! Давай, 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 давай! Я сейчас попробую тебе забросить! Костян! Нет! Леша, кидай, кидай эту штуку! Костян! Нет, меня увозят, Леша! Я еду на помощь! Меня воруют! Помоги! Давай, давай, давай! Давай, давай, не бросается, не бросается! Давай, ты бросай! Я просто, все, он меня отцепил, я... Не, ну как он меня... Я думал, у него, смотри, там вообще ничего нет! Это просто... Давай я его вызову на батл теперь! Это когда подошва, смотри, с ракетницы, как он меня перетянуть мог? Я его выталкиваю, смотри! Ты его выталкиваешь? Подвинься! Давай, давай, вызови, вызови его! Давай за мной! От меня не уйдешь! Не, ну тут да, для него, ну, я не знаю, как я его не перетянул, просто в один момент я вроде его тянул, 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 а потом... давай его куда-нибудь в дом закину, в дом увезу. Так, ладно, кого мне еще вызвать? Так, ну смотри, кто еще остался, давай какого-нибудь равного тебе противника, потому что я точно всем проиграю, это уже очевидно. О, смотри, какой-то есть Седам. Вот это? А, это ты, блин, это ты. Это меня еще раз решил? Я вот с этим чуваком хочу забатлиться. Ну, кажется, он у тебя больше, Леш, опасно. Блин, мне кажется, я вполне могу выиграть. Ну, попробуй, попробуй. Давай! Зацепился! Делай ставки, я ставлю сам на себя! Давай! Ой-ой-ой-ой-ой! Нет, Леша, нет! Газую, 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 газую! Да-да-да-да-да! Получается! Как? Получается! Как такое возможно? Он в два раза больше тебя, это невозможно! Чувак, он меня вначале задом вытаскивал! Смотри, я его буксую! Нет, теперь он меня буксует! Нет! Нет, 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 нет! Я руль выворачиваю. Давай, Леша, смысле, давай, давай, гусеницы. Давай, 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 это давай. Это самая хардкорная штука. Давай, Леша, да, кажется, он тебе выиграет. Он меня с горы пытается скинуть. А, он сейчас тебя скинет, Он меня пытается скинуть. За что? Ладно, хорошо, он выиграл, он выиграл. Он выиграл? Ну, Леш, ну ты сначала держался хорошо. Давай, теперь ты с кем-нибудь. А я что, с кем я тут смогу, с кем? Давай с тем огромным. Нет, нет, не вариант. Давай, давай, давай. У меня только варик остался вот этот, у меня только вот этот остался. Смотри, давай вот с этим я попешусь. Смотри, просто цепляй за меня трос, Леша, быстрее. Не могу. Нет, он меня, смотри, он меня просто увозит. Он меня к самке какие-то увозит. Он меня к самке просто увозит, ты посмотри. Мне помогает, отлично, мне помогает. Смотри, да, давай, давай, толкай меня. Толкай, толкай, Леша, вот тоже толкай, давай, заезжай, толкай меня. Опа, 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 опа. А все, он разорвал цепь. Ух, не, ну... Это было забавно. Леш, мне кажется, у тебя больше всего побед. Ты победил. Ну, как? Не-не-не, я фактически играл почти со всеми на равных. А, слушай, а может мы вдвоем попытаемся перетянуть этого огромного? Я кинул ему трос, кинем. Я тоже кинул. Давай, давай, давай. Назад. Давай, давай, назад, тяни, 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 Леша, тяни. Газуй. Я газую. Газуй, тяни его, тяни, тяни, он меня не тягивает! Я пытаюсь! Я тоже пытаюсь, да какой он здоровый, это что за битва с Титаном? Мы его на месте держим! Да, мне кажется, он просто едет. Да какого фига, как можно с таким вообще бороться? Он просто разворачивался, у меня какие-то тигры там вообще жесть. Это какой-то Титан, это, видимо, чемпион мира по перетягиванию канатов. Нет, 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 давай на кого-нибудь другого быстро переключимся. На этого чувака с ракетницами. С ракетницами? Бросил трос, давай быстрей! Сейчас бросаю, бросаю. Забросил. Все, красава. Назад. А давай его в разные стороны потянем и это разорвем. Не получается, не получается. Я что, вас двоих тащу, что ли? Нормально. Теперь вы меня вдвоем перетягиваете. Нет, это уже какое-то перетягивание зенитки. Получилось неплохо, получилось неплохо. Да, это было неплохо. Ну что ж, идем дальше. Погнали. Ну а сейчас мы вместе с Демастером будем сражаться танк против вертолета. Где я буду играть за вертолета, Демастер? Я буду играть за танк. Ну как за танк, я на самом деле читил, взял зенитку. Так, окей, я должен тебя сейчас найти. Я набираю высоту. О, кажется, я тебя вижу.
это ты стреляешь? Да, это я стреляю. А! Кажется, я теряю высоту! Куда ты теряешь высоту, Лёш? Все хорошо. Мне бы до тебя вначале долететь, да? Мне бы тоже до тебя сначала доехать. Так, вон он ты, да? Ты уже в 2 километрах, да? Да, в 2 километрах, Лёш, привет. Пиу-п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 иу. Пулеметы не помогают. О, у меня патроны кончились. Чего? Давай, 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 давай! Попал по тебе! О, шикардо! У меня патроны кончились! Пожар! У меня патроны кончились! А что еще делать? У тебя пожар! У меня нет патронов, добей меня, не мучай! Я хочу, чтобы ты помучился! У меня нет патронов, добей меня! Добей! Ладно, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Да! Нет, попал! Не попал! Да в смысле? У меня уже столько попаданий, как я по тебе не попал? Ты что, издеваешься, что ли? Давай добей меня, Лёша, добей! Я нервничаю, когда я летаю на вертолёте. О, у меня танк сгорел, танк сгорел. Фу, я знал, что моя тактика с пожаром сработает. Я как бы так все и планировал, если что. Так, сейчас я приеду, Лёш, все, тебе это... Давай, давай, давай. О, кого это я вижу? О! Здорово, здорово! Так, 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 так! Все, Лёш! Прям в воздухе, ну ты и зараза! О, я вижу, ты падаешь! Боум! Там только взрыв, ну это я додумал уже. Я от первого лица управляю. Первого лица? Нифига, так можно вообще? В реальной жизни такого... Давай, 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 Лёш, да, это я бы не стреляю. На, лови! Уворачивайся! Попал! Давай, 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 давай! Есть! Есть! Подбил! Да камон! Да, я горю! Он мощнее вертолета, понимаешь? Я горю, Лёш! А я опять сгорел! Как я сгорел? Как тушиться? Ты когда не знаешь, как потушиться? Водичку прыгай. Так, пока что у нас чувство получается 2-2. Ну, пока что 2-2. Костян, лови! А, не попал! Попал! Нет! Как тебе такое, Илон Маск? Есть! А! Подбил! Давай! Что ты делаешь? Ты хочешь меня еще... Нет, нет, нет. Нифига, ты прям рядом упал! Жесть! Я пытался прям в воздухе по тебе упасть. А я думал, ты пытаешься типа упасть на меня сверху и тем самым взорвать. Кстати! Если ты такой... А давай такое попробуем сделать. Это, мне кажется, невозможно. Не-не-не, чувак, я сейчас обязательно это попробую. Я заеду в дом, и ты не сможешь меня достать, Лёш. Хорошо, что ты это все комментируешь. А, блин. Это я не продумал, хорошо. Так, давай, Дэм, выезжай куда-нибудь на открытую местность. Нет! Блин, я потерял управление! Я видел, ты пытался меня попасть в это время, короче. А я от первого лица смотрел, и я что-то как-то забыл, что я вообще на вертолете лечу. Ну, у меня 5 патронов кончились, аж все полностью. Все? Да. О, значит, у меня есть возможность. Так, ну я сейчас как-нибудь попробую тебя это обмануть. Ты хочешь, чтобы я в тебя врезался? А я спрячусь в доме, у тебя не останется выбора. Ты меня не найдешь! Ху-ху! Летит. Ну, перезарядка! Да елки-палки, все, давай, давай, выбирайся. Тактика сработала, тактика сработала. Ты можешь просидеть всю жизнь. Да, Леш, ну тебе придется на таран меня пойти. Давай, кабанчик! Ты не туда, ты не туда, Леша. Это был соседний район, брат. Ладно, выезжай куда-нибудь в поле, чтобы я тебя уже подвел. Давай, давай, давай. Так, хорошо, я в поле. Но ты меня не найдешь, знаешь почему? Потому что я под цвет травы и грязи. Опа, не попал. Да попал, попал. У тебя гусеницы повредились. Да, я стою на месте. Нет, моя гусеница. О, боже мой, Лёша, гусеница. Да ты понимаешь, у меня опять патрон нет. Что за отстой? Я тебя, кажется, вычислил. Вычислил меня? Ракета выпущена. Офигеть, прям рядом, Лёш. А, да, если ты мне гусеницу повредил, и левую, или правую гусеницу, и ту, и другую. Ну чё, чё у тебя какой план? Да не выпускаются ракеты, ладно, давай, Дэм! Что? Да как так? Это было соседнее поле, Лёш. Это немного сложнее, чем ты думаешь. С вертолетом упасть на танк? Да. Ну, я представляю. Он очень тяжело управляется. Поэтому, когда я спросил, будешь вертолетом, я сказал, нет, я лучше на танке. Я знал, что такая-то подстава. Эй! О! Черт, какого фига? Помогите мне! Ты мне одного члена экипажа убил! Что происходит? Я ничего не вижу, меня из-за дыма ничего не видно. Добью весь твой экипаж. Нет! Не трогай мой экипаж! Нет! На, лови еще! Офигеть, где? Еще ниже, да. А, все, уже пролетаешь. А, я сгорел. О, техника уничтожена. Ебой. Сгорел. Нет, Леша, как ты мог? 3-й раз меня поджег. Ладно, давай, ты где? Так, финалочку тебе. Я сейчас возьму какой-нибудь другой танк. Нифига, он такой быстрый. Смотри, в воздух. А, ты прямо надо мной.
Да-да-да-да-да. И как мне тебя убить? А что, пушечка не поворачивается, да, да, такое? Я в дереве застрял. Так-так-так-так-так, почти развернулся. О, попал! Попал! Да ладно! Как? Попал еще, ты как еще не упал, Леш? Нифига себе, да я, мне кажется... Давай! Ай-яй-яй, ты меня пробомбил! У меня, ты меня радар повредил! Все, не можешь, да, не можешь! Радар повредил! У меня утечка масла, ты прикинь? Я тебе утечку масла сделал! Да-да-да-да-да-да-да! У меня масло вытекает! Масло! Нифига себе! Попал! Давай, да как, почему ты еще не уничтожился? Я, блин, у меня все горит, все взрывается. Давай! Нет! Бам! Пожар бэком. Как ты не... У тебя утечка масла, блин, 4... У меня еще и обороты уменьшаются. У меня еще и утечка масла. Так, другой танк, другой. Ну все, ты попал. Другой танк. У тебя третий танк. А у меня не достает до тебя пушка, она не поднимается так высоко. Попал. Я до сих пор с утечкой масла летаю. Ну, рано или поздно она тебя убьет, так что я уже, можно сказать, закинул свою удочку. Так. У тебя патронов не было, потому что я на таран взять. Я хотел взять тебя на таран. Не, вот этот танк, который у меня сейчас, мне кажется, он чисто против танков. Я хочу финальный бой с тобой сделать. Возьму вот этот. Он, знаешь, типа я не буду брать зенитку, против которой тебя все время вывел, потому что я на ней тебя слишком... Стоп. Ты все-таки взял себе новый танк. Да, ну, боже, тот, который у меня был до этого, я с него слишком легко тебе побеждаю, потому что он противосамолетный, ну, типа как ПВО, понял? А это, я не знаю, это просто похоже на какой-то танк быстрый, маневренный. Фига, ты что он творишь? Почти. Хорош. Так. Попал! Оторвалось крыло! Но я еще могу лететь. Ты уверен? Я без крыльев лечу! Как меня вращает! Ща, я тебя добью, Лёш. Не-не-не-не-не! Ладно, я выпрыгнул из вертолета. А то так можно было? Да. А что, так можно? Ну что ж, ребятки, на этом наш видос подходит к концу. Демастер победил в этом честном бою. Но ты победил в бою по перетягиваниям. Там вот прям... Как бы разошлась такая ничья. Да. Дружба победила у нас, да, Лёш? Да, абсолютно. Выиграла дружба. Чуваки, если вы хотите поиграть в War Thunder вместе с нами, переходите по ссылочке в описании, скачивайте, регистрируйтесь и присоединяйтесь к этому фану. Да, ну а с вами были Демастер и Пози! Всем пока! Пока, ребятки!